катался на роликах. Был я совсем большой, от большого ума и катался. Но так пахли весной деревья, говорит мужичок под 40, какой-то весь никакой. Я упал об асфальт с размаху, ударился головой. Теперь у меня каждую ночь видение. А зато у меня, когда в июле отключают горячую воду, говорит сосед, водитель газели, а я возвращаюсь с завода грязней собаки. Я беру обмылок ромашки и тру ледяные руки, и тогда у меня на руках проступают знаки. А ко мне пишет русская женщина из Лондона, 45 лет, когда я лежала под капельницей на коширке в серьезной больнице. Ко мне приходил триединый Бог, Дух, Сын и Отец, но у них почему-то были красивые мусульманские лица. А ко мне, говорит последний, когда мне было 7 или 6, из-за снотворного феназепама ко мне приходили мертвые и живые, а первым пришел белый полярный медведь. Феназепам мне давали родители, очень меня любили. А вот я никаких не вижу видений, мне нечего вам рассказать. Все, что есть у меня, грубые, шаткие рифмы. И хотя я только свидетель, а не отчим тебе и не мать, но я беру тебя, к примеру, последнего, на руки и кормлю тебя крупной брусникой. Потому что в конечном счете в стихах должен быть стол и стул, чашка и миска, и много всякой еды, чтобы люди попили, поели и ушли от тебя навсегда, продолжая слизывать с губ изумленные крошки брусничное стихотворение. Пропадаете.